Я никому не желаю, чтобы в чей-то дом занесли то, что увидели мы с моими детьми, с моими стариками, с моими родителями. Вот такие минимальные, ну, ниже некуда сроки, которые им объявили сегодня, которыми они недовольны. Нет, чтобы им сейчас спасибо судье говорить, что он им вот так их, ну, мягко говоря, их преступления оценил. Они еще недовольны там. Понимаете? А меня это не устраивает. Меня правда это не устраивает. Они издевались над человеком сутки. И мне страшно, что мы живем в такой стране, в такой республике. Хотелось бы, чтобы было наказание такое, чтобы другим было неповадно.